Ну, давай. Что такое, Фарья? Ты как воды в рот набрала. О чем вы вчера с братом говорили? Я спросила, если бы в ту ночь я не пришла к тебе, ты бы все равно остановил меня. И он мне не ответил. Ты все еще не поняла, да? Брат бы тебя ни за что не отпустил. Он поэтому и не отдал твоей матери трон. Как это понимать? Если бы трон передали твоей матери, то ты бы стала его наследницей. Тогда бы он никогда не смог быть с тобой вместе, ведь это запрещено. Османский падишах не может быть в отношениях с наследницей престола другого государства. Войди. Султанша, что такое Лализар Калфа? По приказу султана Мурата, дворец Тирсане теперь предоставлен принцессе Фарье. Отныне вы будете там, в главных покоях. Какие еще главные покои дворца? Султанша, таков был приказ. Я тоже удивился. Аллах, дай мне терпение. Султанша, раз Хатун нельзя поместить в гареме, видимо, он так решил этот вопрос. Ты это называешь решением? Он откроет ей двери дворца, сделав ее игрушкой для развлечений. Мы бежали от дождя и попали под град. Войди. Валиде Султан, вы хотели меня видеть? Да. Обсудим твое возвращение в Амасью. После пятничной молитвы ты попрощаешься с сыном и отправишься в путь. И дня более терпеть я не намерена. Вы во всех смертных грехах меня вините. Однако у меня нет другой цели, как быть рядом с моим сыном. Будучи матерью, если мне надо вас умолять, то ради Аллаха. Султанша, не разлучайте меня с сыном, прошу вас. Не смей играть на моем чувстве справедливости. Не забывай, что я была бы из этого большей матерью, чем ты. Я всегда его берегла и защищала. Даже от тебя самой. Разве вы дали мне возможность быть матерью? У меня есть дела поважнее. Можешь идти.